Давай в танках. Окей. Okay. Блядь, поставь сложность. 25 обычно стоит. Вы вышли с инста? Вроде бы. Попробуйте теперь посмотрите. Сейчас. Котлас в танка. Возьми шадера. Да, близкий в танка. Там еще глазастик в танке. А, глазастик курик есть? Есть. Ну, давай в курике. Кому в рейде ничего не нужно? Кто с маленьким ДПСом? Я. Я с маленьким ДПСом. Так, плюс. Возьми, возьми шейпера, а я на замене. Ты один шип подсуетился. Так. Губка на замену. Так, кто еще там? Ты попал, тебе надо что-то тут? Аспер. Так. Ну ты один лок, погоди. Ты демон, нет? Да. Подожди. Так. Ой, ну зад, ну давай. На замену пока я шейпера возьму. Хуена, блядь. Губка, ой, ну зад. Потом после рейда присунет тебе там. Заходим, смотрим всех. Лок тут. Тыкаем. Так, пятая пати хилы. Танки котлас, сомалийские хамви. Сейчас начнем. Да не, босса, надо 5 хилов. Чтоб никто не сдох там. Принимаем смон. Чек пока. Топовый протопал в рейде. Про сомалийского? Не, про Сима. Ебать, как ты мог сомневаться. Ну все же очевидно было. Так. Этот хусли принимает. Так, отдам ауру сомалийскому. Сумон принимает. Так, чек на пул. Котла стончишь. Один сейчас. Запустил. Добро пожаловать, герой. Самое главное не стоять в лужах огненных. Кто сдохнет, это ГК. Снобольдов заводить под ноги босса, чтобы их ауешили милики. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тириона. Я вижу наиболее достойных соперников в багровом круге. Кто там левого червяка танчит? Левого червяка котлас, правого червяка сомалийский. Когда на нем будет огненный дебаф, Алиса заберет путь. Ярик этого дурака. Ты
ближе его, Снабольда, ближе. Вот, отлично. Который из-под зимней вылезет, того бьем, дергаем. Давайте, Роско. А, Лис, я не трогаю, забери. Давайте я здесь. Да я тебе нормально поставить вообще-то помогал, ну ладно. Да я отошел. Давайте, вот он, я не туда бежите. Все, всех разморозило. Нет. А мне кончился баф. Забери, забери, забери. Все, этого червя прям. Сейчас он вылезет. Все отбежали от босса, кроме Роги и Мулопро. Все ставили рейндж.
пускайте. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопанс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Надо кому-то. Башмаки. Бачно хулика с духом, ты прикалываешься. Ты можешь, у него еще хуже. Тапки тебе надо кому-то. На этом боссе три танка. Котлас на боссе. Диспелит два шамана, ступ маг. Диспелит его ментально, иначе будет вайп. Бить надо будет вулканы, брата. Тебя погубит твоя самоуверенность. Череп захиливать, крест выносить. Перед вами Шарацус, эвентарский повелитель плавящего легиона. Приготовьтесь, врата. Переключить. Пилку под босса и уешь. Сейчас под босс. Сейчас он приведет. Это череп, его не надо выносить. Крест выноси. Вулкан 2 секунды. Переключились. Вулканов фулл ДД потом. В этих инферналах. Лиса прожимку. Квазястик выноси. Великий, осторожно, отойдите. ДД в босса, врата не трогаем. Теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это!
Турнир продолжается! Глазастик в танках. Привет! Счастливый. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Кольцо шаману отдал. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. 4 танка, если что. Честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, сомалийский квадрат. Глазастик билку на сомалийского дайте. Атлас ромбик. Глазастик треугольник. Так. Алиса, помогаешь танкам, которые не справляются. Значит, первого бьем звезду. Это лок. Второго бьем кружок, это хант. По контролю череп, это холипал. Его будут контролить раздавака и майский. Так. Самул, это Элим, это Эршам. Его будет контролить император. Так. Ну и станы так, давайте. Фир, стан, вары там. Только не все одновременно. Видели, бегает, дали фир. Че это за хуйня? Маскарад. Так. Короче, по притяжкам. Первого притянет котлас в центр, вот где босс лежит, потом своего пойдешь танчить. И тебе кого говорил точить? Ромбик, да? Притянешь звезду, потом будешь ромбик точить. В рейд притянет Шарпи подальше звезду, и будем ее там зеркать. Ну, потом кружок также. Чек на пул. Масс диспейл, там хилим, все нормально, диспейлим, проклятие, все это говно. Еще раз, звезду тянуть? Да, звезду чернокнижника, а потом уже выберешь свой ромбик. Погнали. Еще притяжка звезду. Терпи, император стан. Дальше кружок. Дальше звезду бьем.
Молодец. Череп. Просто подходим и увешиваем. Играем через квадрат. Ставьте их в одну точку там. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Берем все черную, котлас черную, Алиса сомалийский белую, сомалийский тальчиш левую. Алиса, бегаешь, ловишь сверки. Кто еще будет ловить сверки? Два человека плюс. Нам нужна выживаемость хорошая. Так, глазастик. Еще кто? И чпачмак. Значит, чпачмак вот тут, стой. Алиса вот тут, вот. Сзади, где щит. Глазастик вот тут, вот. С этой стороны лови. Все, чернок. Ход эти рейд. Кто еще раз? Стой, стой, стой. Кто валик держит еще раз? Котлас держит правую, сомалийский левую. О, отлично. Значит, когда все под черные, все бьют квадрат. Когда меняете на белую, бьете треугольник. Так, даю отчет. Блять. Подводи ближе к порталу. Че, может, где? Выведи ее из портала, нет. Нет.
поставь их немножко поровнее. Вот треугольник поставь квадрат. Берем белую, даем рост, треугольник бьем, переводите валик, Алиса в режим. Добиваем треугольник. Это стоило, ёбаный в рот, не забрать их. Полгода за ними ходил, они падают теперь по КД. Говно. Майский Войд, Стокфорд, пожалуйста. Войд, 800 или 1000? 800 или 1000? 800, да. Так. Всем здорово. Дадим танков. Привет. Привет, мастер. Мастер, что, там уже целка? Нет, ты будешь собирать? Ну да, сейчас собирать будем. Будешь целка и релить? А можно поиграть? Порог. Этот надо кому-то? Ну, никому не нет, пох. Дай мне на третий. Ну, обмен кинешь. Бригантина надо. Все там 5 минут так отдохните, там уже типа как 10. Ась, пожалуйста, дай мне. Какой? Бригантин. Перемещение. Не, ну на один кипку перемещение. А, блядь. Ко мне пал просто хм пишет, я думал, это он. Ой. Сука. Чё? Спасибо. А где паладин? Ты бы обмен хоть кидал, стоишь. Прыгаешь. Что, Мосса? Что? Так, давай, где ты? Портняжные, да?